Если будет совершенно другая тематика, были несколько видео смешанной тематики, как поступить, новый канал открыть. Ваш первый канал и второй, и третий будет абсолютным злом, как бы это грубо ни звучало. Пробуйте, развивайтесь, вот просто возьмите, делайте, то есть, смотрите, вы всегда сможете сделать по-новому. Воспринимайте свой первый канал, второй канал как черновик, на который можно экспериментировать, можно и нужно экспериментировать. Это не навсегда, это не, то есть, я понимаю, что если вы покупаете квартиру в ипотеку, там, да, и надо выбирать там долго, там, считать там дом, а может быть там не надо, чтобы были пенсионерки, там, да, это да. А когда вы можете это поменять на раз, то не думайте, делайте. То есть сначала надо применить, а потом понять. Пора барабан.